بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. На прошлой неделе мы дали небольшое введение в наш классический курс «Усуль ат-Саляса». Затем мы упомянули три аспекта таухида в бисмиллях. Затем два грамматических правила в бисмилля. Затем мы упомянули доказательства для начала ваших действий с бисмилля. Потому что это вопрос поклонения, который требует доказательств. Затем мы упомянули часть благословений Аллаха, когда вы произносите бисмилля. Мы не закончили с бисмилля, и в этом, как я говорил, необходимо терпение. Нам всем нужно терпение в нашем изучении. Иногда мы ускоряем темп, а иногда мы замедляем его. Иногда мы ускоряем темп, потому что в будущем мы изучим что-то более подробно. Иногда, как здесь, нам нужно знать это, и это первый аят «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Вы должны полностью охватить смысл, и на самом деле мы можем углубиться в это глубже, но мы должны понимать, как студенты, получающие знания, что означает «Бисмилляхир Рахманир Рахим». После этого, когда будете составлять конспект, напишите тему, чтобы я не сбился со счета. Например, «Бисмилля», а затем поставьте под этим цифру, звездочку или точки, о которых мы говорили. Это систематическое исследование, а не случайный материал. Так что организуйте это. Следующий момент, который мы обговорим касательно «Бисмилля», это вы говорите лишь «Бисмиллях» или целиком «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Общее правило таково, когда нет конкретных доказательств по определенному вопросу, вы можете сказать полностью «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Например, когда вы пишете книгу, вы пишете в повседневной деятельности. Вы можете написать «Бисмилляхир Рахманир Рахим», а не просто «Бисмилля». Это мустахаб. Вы можете написать «Бисмилляхир Рахманир Рахим». На самом деле, в таких вопросах, как написание книги, у вас есть доказательство, подтверждающее, что вы можете говорить полностью «Бисмилляхир Рахманир Рахим». И это из того, что сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сурх Аль-Худайбии. Он написал целиком «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Так что в вопросах, где нет конкретных доказательств, вы можете сказать как отдельно «Бисмилля», так и «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Теперь, есть вопросы, где есть конкретные доказательства того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал только «Бисмилля». «Бисмилля» без «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим». Например, во время трапезы. Вы говорите «Бисмилля» или «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Это просто «Бисмилля» или «Бисмилляхир Рахманир Рахим». В этом вопросе есть конкретные доказательства. В Сунане ат-Тирмизи есть хадис, переданный Аишей, да будет доволен ею Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда вы едите, говорите «Бисмилля». Если вы забудете это в начале, то скажите «Бисмилляхи ауалюху ва ахирагу». Посмотрите на это. Он сказал, скажите «Бисмилляхи ауалюху ва ахирагу». В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес «Бисмилля» перед едой и повторил это дважды. В первый раз, если вы сказали это изначально, и во второй, если вы забудете это. «Бисмиллях» в начале, а если ты забудешь это, ты должен сказать «Бисмилляхи ауалюху ва ахирагу». Этот хадис также передан Ибн Масудом, и Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал, что этот хадис является самым откровенным хадисом по этому вопросу. Имеется в виду произнесение «Бисмиллях» во время еды. Но проблема, например, заключается в том, что Ан-Науи в своей книге «Аль-Адкар», да будет доволен им Аллах, сказал, что лучше произносить «Бисмилляхир Рахманир Рахим» во время еды, чем «Бисмилля». Ибн Таймия сказал, что допустимо произносить «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Однако Ибн Хаджар прокомментировал заявление Ан-Науи, сказав, что «я не знаю, где есть какие-либо доказательства того, что лучше говорить «Бисмилляхир Рахманир Рахим», чем «Бисмилля». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе со слов Самуры Ибн Джундуба, сказал, «Кто рассказывает от моего имени хадис, относительно которого есть подозрение, что он является ложным, тот сам является одним из лжецов. Не добавляйте к хадисам то, что я вам не говорил». Общий смысл этого также означает применение этого в поклонении.
в вашем личном поклонении. Не добавляйте ничего. Если он не сказал «Ар-Рахман ар-Рахим», не добавляйте. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал маленького мальчика, хадис о котором мы упоминали на прошлой неделе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда ничего не скрывает, особенно когда учит. Он законодатель, и когда он что-то видел, он издавал закон. Он сказал Умару ибн Аби Саляме, «Произнеси имя Аллаха и ешь правой рукой, а также ешь то, что рядом с тобой. Скажи «Бисмиллях». Некоторые скажут, и в чем тут дело? Зачем вы раздуваете проблему? «Бисмиллях» или «Бисмилляхи рахмани рахим». Этот вопрос – вопрос поклонения. В поклонении мы строго придерживаемся доказательств, потому что любой, кто добавляет что-то к поклонению или любому вопросу ислама, как будто говорит Аллаху и пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Вы не знаете, я хочу добавить немного от себя». Вот что вы говорите, когда добавляете новшество в ислам. В хадисе Муслима Умара ибн Руэйба увидел Бишра ибн Марвана, поднявшего руки на минбаре в пятницу. Он сказал, «Да обезобразит Аллах эти две руки». Он сказал, «Я видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на минбаре, и он никогда не выходил за рамки этого», имея в виду, что он не поднимал руки. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал только это. Откуда вы это взяли? Ан-Навави, комментируя это, сказал, что сунна – не поднимать руки во время хутбы. Я написал статью об этом несколько месяцев назад, потому что в местной мечети, где я присутствовал на джума-намазе, молодой хатыб встал и прокомментировал это, сказав, что не следует поднимать руки. И вы знаете, поднялся шум. Как вы можете говорить «не поднимать руки»? Так что вы можете обратиться к этой статье для получения более подробной информации о поднятии рук во время джума намаза. Скажу больше, чем данный хадис Умара. В Мустадраке Аль-Хакима ибн Умар, рады Аллаху Ангу, увидел чихнувшего человека. Что вы говорите, когда чихаете? Вы говорите «Альхамдулиллях». Этот человек чихнул перед Ибн Умаром и сказал «Альхамду лилляхи вассаляту вассаляму аля Расулиллях». Он добавил «Вассаляту вассаляму аля Расулиллях». Прекрасный же смысл. Мир и благословение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые говорят, что плохого в добавлении этого. Это же хорошее дополнение к «Альхамду лилляхи». Ибн Умар удержал его от этого добавления. Он хотел, чтобы он придерживался «Альхамду лилляхи» и точка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Альхамдулиллях» и точка. Ибн Абиддин сказал, что нежелательно добавлять «Вассаляту вассаляму аля Расулиллях», когда вы чихаете и говорите «Альхамдулиллях». Ас-Суюти сказал, что это однозначно порицаемое нововведение. «Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля Расулиллях», когда вы чихаете. Даже несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начинал некоторые из своих худб с этого. Что плохого в том, если вы добавили хвалу пророку, саллаллаху алейхи вассалям, к «Альхамдулиллях», когда вы чихаете? После того, как вы чихнули, скажите «Альхамдулиллях» и точка. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Альхамдулиллях» и точка. А уж затем, когда вы закончите, если кто-то ответит вам, идите и скажите «Ассаляту вассаляму аля Расулилля» хоть 1000 раз. Здесь у нас обсуждается вопрос о еде. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Умару ибн Аби Саляме, «Произнеси имя Аллаха и ешь правой рукой, а также ешь то, что рядом с тобой». Он не сказал «Скажи бисмилляхи рахмани рахим». У вас есть хадис Аиши и ибн Масуда, хадис, который ибн Хаджр назвал самым прямым хадисом по этому вопросу. Поэтому лучше придерживаться того, что сказано в хадисе. Есть и другие дела, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на произношение только «Бисмилля». Например, в отношениях между супругами. У Бухари и Муслима передается «С именем Аллаха, о Аллах, удали от нас шайтана и удали шайтана от того, кем ты наделил нас». Когда вы идете в туалет, хадис Анаса рады Аллаху Ангу, «С именем Аллаха, воистину, я взываю к тебе с просьбой защитить от порочных и плохих деяний». Посмотрите, как в них описывается «Бисмилля». Исключением являются дела, где нет конкретных доказательств или хадиса, просто упоминающего «Бисмилля». В этом случае вы можете целиком свободно упомянуть «Бисмилляхи рахмани рахим». Там, где хадис ограничивает его лишь «Бисмилля», придерживайтесь «Бисмилля». Следующий момент, и мы закончим с «Бисмилля». Теперь давайте возьмем имя Аллах. Аллах – единственный титул Господа, создавшего все. Аллах – единственный титул Господа, создавшего все.
Аллах – имя, которое принадлежит только Аллаху, Господь небес, земли и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем или подобного Ему? Знаете ли вы кого-нибудь, кто подобен Ему? Знаете ли вы, что это за вопрос в конце этого аята? Этот вопрос, знаешь ли ты другого с таким именем или подобного ему, сам по себе не нуждается в ответе. Это как риторический вопрос. Это вопрос, который используется, чтобы подчеркнуть точку зрения. Некоторые ученые сказали, что значение этого, знаете ли вы кого-нибудь подобного ему, заключается в том, что нет никого, кроме Аллаха, с именем Аллах. Аллах является производным от слова «илях», корневое слово «илях», как сказал Ибн Аль-Кайим и другие. «Илях» происходит от «улюхия», «единоверие». «Илях» – «единоверие» – это корень слова «Аллах». Сибауэйхи сказал, что «алиф» и «лям» были добавлены к «илях» как почет и таазым к Аллаху. Когда вы добавляете это, затем вы добавляете «шадду» и убираете одну из «хамз», и это становится «Аллахом». Посмотрите, как Коран использует слово «Аллах», а в других случаях слово «Рабб». Когда Муса пошел за огнем, его семья замерзла, и он захотел света и огня. Аллах говорит в Коране, «Воистину, я твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува. Воистину, Муса, я твой Господь». Он использует господство, потому что обстановка говорила о господстве. Аллах хотел сказать Мусе, «Я забочусь о тебе и поддерживаю тебя». Он говорит Мусе, «Я защищаю тебя, я охраняю тебя и я питаю тебя». Во что все это входит? В рубубию. Затем, вскоре после этого, Аллах уже использует имя Аллах в том же разговоре с Мусой. Он говорит, «Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении. Воистину, я Аллах, нет божества, кроме меня. Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении. Воистину, я Аллах». Во второй раз Аллах говорит, «Я Аллах, а не я твой Господь». Почему им употреблено имя Аллах вместо Господа? Чуть ранее он сказал ему «Господь», а теперь говорит «Аллах». Почему? Во-первых, Муса боялся. Поэтому Аллах говорит ему «Я забочусь о тебе, я защищаю тебя, я поддерживаю тебя». Второе утверждение в речи, где Аллах говорил уже Мусе, чего от него требуют. Это означает «Муса, тебе нужно сделать это, тебе нужно сделать то». Что это за аспекты? Улюхия. Поэтому Аллах использует имя «Аллах». Аят говорит, «Поклоняйтесь мне, Муса, совершай намаз». Что это такое? Когда вы совершаете это влечет за собой таухид аль-улюхия. Вот почему Аллах сказал в первый раз, «Я твой Господь», а во второй, «Воистину, я Аллах». Он мог бы использовать любое из двух. Но эти примеры показывают, насколько чувствителен Коран и как используются понятия «Аллах» и «Господь». Следующий момент. Аллах отличается от любых других имен. Когда вы взываете к Аллаху, вы говорите «Я Аллах» с алифом и лямом перед ним, что означает «Он». Все лингвисты и ученые салифов говорили, что нужно говорить «Я Аллах». Вы когда-нибудь говорили «Я Аль-Джаббар», «Я Аль-Карим» или «Я Ар-Рахим»? Нет. Вы говорите «Я Карим», «Я Рахим», «Я Гафур». Вы убираете «Аль». В произношении слова «Аллах» вы говорите «Я Аллах» с алифом и лямом перед ним. Это уникальное имя, в отличие от других имен Аллаха. Некоторые, такие как ат-Тахави и Ибн Аль-Кайим, использовали это как доказательство, чтобы обосновать, что это могущественное имя Аллаха. То есть, если кто-то использует его для совершения мольбы, Аллах непременно ответит на нее, и мы поговорим об этом, иншаллах, в будущем, когда будем подробно говорить об именах и атрибутах. Следующий момент. Имя Аллах, само это имя, это не зикр. Это произносится в дуа, в похвале, в прославлении, в шахаде. Но само по себе это не является формой зикра, которому нас научил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому вы не идете и не говорите «Аллах, Аллах, Аллах» 100 раз. Вы не держите четки и не говорите «Аллах» 100 раз. Вы говорите «Альхамдулиллях», «Бисмиллях», «Ля иляха илляллах». Вы говорите «Я Аллах, мне нужно это». Но говорить «Аллах, Аллах», произнося лишь только «Аллах», не является формой зикра, которому нас научили. Следующий момент. Аллах – это имя, которому следуют все остальные его имена. Имя Аллах не следует ни за одним из других имен. Другие имена Аллаха следуют за именем Аллах.
Позвольте мне объяснить это на примере, потому что вы, возможно, слышали это утверждение раньше, но пример прояснит ваши смущенные лица, которые я вижу. Аль-Куддус, Аль-Азиз, Аль-Джаббар, Аль-Халик – это все имена Аллаха. Все это имена Аллаха. Вы не говорите, что Аллах – это имя Аль-Азиза. Вы не говорите этого. Вы не говорите, что Аллах – это имя Ар-Рахмана. Вы переворачиваете это и говорите, что Аль-Куддус – это имя Аллаха. Первое произносить неправильно. Вы говорите, Аль-Азиз – это имя Аллаха. Ар-Рахман – это имя Аллаха. Поэтому другие имена следуют за именем Аллах. Понятно? Следующий момент. Мы уже говорили на прошлом занятии, что бисмиллях влечет за собой все три аспекта таухида. Вы отражаете все три формы таухида Аллаха в любом деле, над которым произносите бисмиллях. То есть, говоря бисмилляхи ррахмани ррахим или даже бисмиллях. И мы упоминали это на последнем занятии. Теперь я хочу сказать, что имя Аллах включает в себя веру во все три вида таухида, и подразумевает, что вы должны верить во все три вида таухида. Даже не имя Аллах, а корень имени Аллах, Илях. Это три вида таухида. И это означает, что вы должны верить во все три вида таухида. Таухид ар-рубубия включен как часть в таухид аль-улюхию. Но обратное неверно. То есть корень имени Аллах, Илях, это улюхия, божественность, и в него включен таухид ар-рубубия. Так что у вас есть в этом два вида таухида. Затем само имя Аллах – это асма, так что это таухид аль-асма ва-сифат. Это три вида таухида в имени Аллах. Даже не в имени Аллах, а в корневом слове имени Аллах – Илях. Далее, Аллах упоминается в Коране 2602 раза, согласно аль-Муджам аль-Муфахрас. Это самое популярное имя Аллаха. Имя, выбранное из всех имен, чтобы произнести вашу шахаду. Когда вы произносите шахаду, вы же не говорите «Ашхаду алля илляха илля Рахман». Нет, вы говорите «Ашхаду алля илляха илля Аллах». Оно выбрано, чтобы произнести вашу шахаду. Когда вы произносите это имя, вы произносите не просто какое-то произвольное имя. Вы произносите имя величественного, почитаемого, возвышенного. Аллах – это имя, которое вы выкрикиваете, когда испытываете страх, чтобы обрести безопасность. Аллах – это имя, которое, если вы упоминаете о нем в чем-то редком, стремясь к тому, чтобы это стало благословенным, этого становится в изобилии. Имя, которое произносят те, кто в страхе, чтобы обрести безопасность. Имя, которое произносят те, кто в беде, чтобы получить помощь. Когда они в тоске, агонии и печали, вы призываете Аллаха. Никто из обеспокоенных людей не призывает имя Аллаха, кроме как Аллах не избавляет такого от бед и забот. Нет ни одного бедняка, который бы цеплялся за имя Аллаха, кроме как Аллах не сделал его богатым. Нет такого больного, который не взывал бы к имени Аллаха, кроме как для того, чтобы стать здоровым. Имя, когда человек в беде взывает к нему, он получает защиту. Когда слабый произносит это имя, он дарует ему силу и почет. Когда угнетенный произносит это имя и призывает его, Аллаха, он дарует ему победу. Аллах – это имя, к которому нужно взывать. Когда вы хотите милости, призывайте Аллаха. Аллах – это имя, к которому нужно взывать, чтобы получить изобилие и благословение. Аллах – это имя, которое вы призываете, когда хотите очиститься от своих грехов. Аллах – это необычное имя. Вы чувствуете теперь, что означает имя Аллах. Если бы человек постиг значение имени Аллах, он был бы бесконечно счастлив. Когда вы делаете Аллаха величественным в своем сердце, ваше сердце становится самым сильным, твердым и чистым, и в то же время оно становится милосердным, потому что в нем есть Аллах. Аллах – это необычное имя. Сердце, которое действительно знает значение имени Аллах, никогда не сможет принизить грех. Когда вы произносите «Бисмиллях» через «Фард» от Аллаха, вы произносите имя Аллаха через «Фард» 17 раз. Вы говорите «Бисмиллях» 17 раз в день, совершая свою молитву, «Фатихи», в дополнение к десяткам раз, которые вы должны произносить как сунну. Не думайте, что это просто еще одно обычное слово, которое вы произносите. Аллах – это необычное слово, которое вы произносите. Некоторые люди проявляют большее уважение, когда упоминают имена своих начальников, королей, супругов и президентов, чем когда упоминают имя Аллах. Проверьте уровень своего имана. Узнайте, что вы чувствуете, когда слышите имя Аллах.
Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. Уровень удовлетворения, уровень комфорта, уровень довольства, уровень спокойствия и счастья, которые вы чувствуете, когда упоминаете имя Аллах, говорит вам об уровне имана в вашем сердце, как вытекает это из этого аята. Когда вы говорите «Аллах», вы произносите имя того, кто поднял семь небес без опор, чтобы поддерживать их. Вы произносите имя того, кто поместил землю под вами словом «Будь», и она появилась. И затем Он создал вас из извергнутого семени, таким же прекрасным и в лучшем из всех обликов. Пусть это проносится в твоем уме каждый раз, когда ты слышишь предложение с именем Аллаха в нем. Что еще важнее, помни обо всем этом, когда ты говоришь «Аллах». Не ценили они Аллаха должным образом. Не уподобляйтесь тем, кто недооценивает Аллаха. Никогда не ведите себя так, когда слышите Его имя, потому что это нечто важное, нечто грандиозное. Не ценили они Аллаха должным образом. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи. Итак, теперь мы закончили с бисмилля. Давайте теперь далее перейдем к двум другим словам, а это «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим». «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим». Мы поговорим подробнее сначала об «Ар-Рахмане», а затем об «Ар-Рахиме». А затем мы подытожим об этих двух именах. То есть помечайте у себя «Ар-Рахман», затем «Ар-Рахим», а затем вывод по ним. Итак, «Ар-Рахман». «Рахман» — тот, кто обладает совершенной милостью. Милостью, которая охватывает все. Это имя уникально тем, что оно является одним из исключительных имен Аллаха. «Ар-Рахман» — это исключительное имя Аллаха. Это имя, присущее только Аллаху. «Уасф» — описание, как прилагательное милости, обладатель великой, необъятной, окончательной, всеобъемлющей милости, высшей совершенной милостью, которая не принадлежит никому, кроме Аллаха. Это «Ар-Рахман» — арабское слово, которое имеет форму или масштаб слова со значением «фаалян», указывает на обширность и изобилие, экстенсивность. То есть слово, которое созвучно со словом со значением «фаалян» — это «Рахман». Возьмем, к примеру, то, как это относится к людям. «Гадабан» — гнев, и «сакран» — опьянение, которое созвучно со словом со значением «фаалян». Когда мы говорим «гадабан», это означает «гнев». Но не просто «гнев», это означает полноценный, неистовый, предельный гнев. Возьмем, к примеру, «атшан» — «жаждущий». Означает предельная, всеобъемлющая, всеполагающая жажда. Аналогично и с «ар-Рахманом». И, конечно, Аллах превыше всяких примеров. «Ар-Рахман» означает высшую степень милосердия, которая принадлежит только Аллаху. Согласно «Аль-Муджам Аль-Муфахрас», «Ар-Рахман» упоминается в Коране 57 раз. «Ар-Рахман» — самый сострадательный, «Ар-Рахман» — самый милостивый. Итак, это толкование имени «Ар-Рахман». Возьмем теперь имя «Ар-Рахим». «Ар-Рахим» — имя, которое относится к действию, то есть тот, чья милость достигает других. Это имя относится к Аллаху, но оно также ограниченно относится и к другим. Оно упоминается 114 раз в Коране согласно «Аль-Муджам Аль-Муфахрас». «Милость, охватывающая его творение». Это слово «Рахим» соответствует масштабу слов со значением «фа'иль». В арабском языке слово со значением «фа'иль» являются усиленной формой этого действия, достигающей других. Аллах самый милостивый ко Вселенной и к своим творениям. Это имя ограничено применимо к другим. Вы можете проявить милосердие к своим детям, к своим братьям и к своей семье. Но, конечно, вы не сможете просто представить себе сравнение милосердия Аллаха с милосердием любого из Его творений, или даже милосердием Его творений вместе всех взятых, созданных с начала времен сотворения и вплоть до судного дня. Вы не можете сравнить это. Это даже не вес перышка или атома, или даже меньше этого по сравнению с милосердием Аллаха, который является Ар-Рахимом. Даже если у вас может быть некое милосердие, которое никто не может отрицать, вы никогда не сможете сравнить свое милосердие с милосердием Аллаха. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что это ограничено применимо к другим. It's not even a feather weight or an atom weight or even less than that compared to the mercy of Allah who is Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Even though you may have some type of mercy, which no one can deny, you can never compare your mercy to Allah's mercy.
That's what we mean when we say restrictly applies to others. В суре Аш-Шура Аллах говорит: «Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий». В суре Скот Он говорит: «Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры». Теперь в своих заметках напишите оба имени, и Ар-Рахман, и Ар-Рахим вместе. Поставьте звездочки или тире, или вы можете их пронумеровать. Теперь мы рассмотрим Ар-Рахман и Ар-Рахим вместе. Взять их оба вместе прежде всего нужно для того, чтобы подвести общий итог. Ар-Рахман – тот, кто обладает великой, обширной милостью. Ар-Рахим – тот, чья милость распространяется на его рабов и творения. Фразы «Ар-Рахман», «Ар-Рахим» указывает на великую, обширную, окончательную милость Аллаха. Это первое. Второе. Есть разница между Ар-Рахманом и Ар-Рахимом. Никто не может быть назван Ар-Рахманом, но некоторые люди из его творений могут быть названы Ар-Рахимом. Никто не может быть назван именем исключительным для Аллаха. Рахман – это ограниченное имя Аллаха. Вы не можете иметь полный смысл этого имени. Высшая полная милость принадлежит только Аллаху. Вы не можете иметь этого. Это не ваша характеристика. Поэтому вы не можете иметь этого. Так же, как вы не можете назваться Аллахом, потому что у вас нет характеристик Аллаха, вы не можете назваться Ар-Рахманом. Это исключительное имя Аллаха. Точно так же вы не можете назваться Аль-Халик, Творец, Ар-Разак, Поддерживающий, Аль-Ахад, Ас-Самад, Аль-Бари, Аль-Кайюм. Аль-Халик, например, это тот, кто создает что-то, не имеющее себе подобного. Никакого сходства, никакого сравнения, никакого подобного сравнения с этим. Можете ли вы создать что-то подобное? Вы не можете, поэтому вас нельзя назвать Аль-Халик, потому что у вас нет такой характеристики. Аль-Бари – это создатель, тот, кто делает что-то свободным от любого недостатка. Можете ли вы сделать что-либо свободным от любого недостатка? Конечно, вы не можете этого сделать, поэтому вас нельзя назвать Аль-Бари. Однако есть некоторые имена, которыми вы можете называться, такие как Аль-Гани, Малик, Азиз, Джаббар. В Коране Аллах описывает женщину, которая обвинила Юсуфа, Имраатуль-Азиз. Аллах называет ее женой Аль-Азиза. Сахаб во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был назван Аль-Хаким, Хаким ибн Хизам. Хаким – это имя Аллаха. Аллах говорит в Коране. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана. Он использует имя Джаббар для своего творения. Его имя Джаббар, и он использует его для своего творения. Это слово используется 10 раз в Коране, и 9 из этих 10 раз оно относится к людям, которые сильны или деспотичны, совершают несправедливость или совершают любой другой вид зульма. Единственный раз, когда имя Аль-Джаббар упоминается в суре Аль-Хашр, в ней оно относится к Аллаху, когда человека дозволено называть такими именами. Так или иначе, это описано в Коране в отношении человека лишь в негативном смысле. Даже если оно упоминается в положительном смысле, в них все равно есть какой-то недостаток. Потому что вы человек. Когда вы упоминаете Аллаха, то нет никого подобного Аллаху. Это полный, положительный, высший пример. Это полное, предельное, положительное качество этого имени, что бы оно ни значило. Вот в чем разница между Ар-Рахман и Ар-Рахим. Взгляните в Коран. Аллах говорит в Коране: «Аллах, слышащий, видящий». А в суре «Инсан» Аллах уже называет вас: «Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим». Аллах говорит о вас: «И сделали его слышащим и зрячим». И множество раз в Коране Аллах говорит о себе: «Он слышащий, видящий». Конкретно этим именем, Рахим, можно называться. Вы можете назвать себя или своего ребенка так: «Рахим». Аллах говорит в Коране о пророке. Он милосерден к верующим. Он называет своего пророка Рахиман. Есть имена от имен Аллаха, которыми вы можете быть названы. Но всегда знайте, что вы никоим образом не сможете сравнить свои качества с качествами Аллаха. Лжец Мусейлима решил назвать себя именем Рахман, которое является исключительно именем Аллаха.
В наказание Аллах объявил его лжецом и разоблачил его. Он выбрал исключительное имя Аллаха Ар-Рахман. Его звали Рахман Аль-Ямама. Аллах дал ему прозвище «лжец», чтобы его знали все вплоть до судного дня. Если вы скажете «Рахман Аль-Ямама», знает ли его кто-нибудь сегодня по этому имени? Его никто не знает. В истории он известен как Мусейлима Аль-Каззаб. Лжец Мусейлима. Это его наказание за попытку использовать исключительное имя Аллаха. Он стал примером лжеца для жителей своих городов и деревень, людей в пустынях, бедуинов, и вошел в историю. Наказанием его стало объявлением его лжецом за попытку использовать исключительное имя Аллаха. Итак, первое различие между Ар-Рахманом и Ар-Рахимом заключается в том, что вы можете назвать Ар-Рахимом, но вы не можете назвать Ар-Рахманом, потому что одно относится исключительно к Аллаху, а другое нет. Даже несмотря на то, что с Рахимом есть разное сходство в качествах между творением и создателем. Ибн Джарир, Аль-Фариси и другие говорили, что Ар-Рахман касается всех творений, злого и незлого, человеческого и нечеловеческого. Ар-Рахим только для верующих. Ар-Рахман несет в себе более широкий смысл, относящийся к милости Аллаха. Это в основном то, что сказали Аль-Фариси, Ибн Джарир и другие. И они использовали следующее доказательство. Он милосерден к верующим. Он, Аллах, использует слово «рахиман» к пророку. Итак, первый вариант – это более обширная форма, а второй – только для верующих. Некоторые ученые возражали против этого. Мы не хотим сейчас вдаваться в подробности, но некоторые ученые возражали против этого. Ибн Аббас сказал, что это мягкие, ласковые, нежнейшие, воздержанные имена. Одно из них мягче другого, имея в виду Ар-Рахман и Ар-Рахим. То есть одно несет в себе больше смысла, чем другое, одно более милостивее, чем другое. Ибн Мубарак сказал, «Рахман, если ты просишь, он дает. Рахим, если ты не просишь, он злится». Это то, что сказали некоторые ученые. Следующий момент. Имена Ар-Рахман и Ар-Рахим отражают такое качество Аллаха, как милосердие. Нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий. Взоры не могут постичь его, а он постигает взоры. У нас есть два имени, которые придают Аллаху качество милосердия. Поэтому мы подтверждаем Аллаху то, что он подтвердил самому себе, и то, что подтвердил ему его посланник, самый сведущий в знании Аллаха человек. Мы делаем это без какого-либо ташбиха, и ташбих означает уподобление. Мы не уподобляем, мы делаем это без тамсиля. Тамсиль означает сравнение атрибутов Аллаха с атрибутами его творений. Мы не делаем тахрифа. Тахриф – это искажение имен и атрибутов. Не делаем таатыля. Таатыль – это отрицание каких-либо качеств или каких-то их аспектов. Мы поговорим об этом в будущем, иншаллах, когда будем говорить об акиде и таухиде асма ва сифат более содержательно. Аллах говорит, скажи, Аллах един. Когда вы читаете это означает «Он Аллах един». Он един без сотоварищей. Это то, что каждый должен понять. Но он также един в своих именах, качествах и атрибутах. Он един в своих качествах, он ахадун фиссифат, он ахад в своих действиях, и никто не сравнится с ним в этом. Это то, что означает ахад. Также это означает, что у него нет сотоварищей. Имена Ар-Рахман и Ар-Рахим придают Аллаху качество милость. Так что давайте рассмотрим термин милосердия Аллаха на примере нескольких хадисов и аятов. Когда кто-то произносит «Бисмилляхи ррахмани ррахим» любую хвалу, любой аят Аллаха или любое прославление Аллаха, и вы знаете его значение, это заряжает энергией иман. Это напрямую усиливает иман. Таким образом, вы заряжаете свой иман много раз в день, если знаете, что на самом деле говорите, а не просто произносите это губами. Вот почему мы говорим об этом довольно подробно. Имена Ар-Рахман и Ар-Рахим характеризуют милосердие Аллаха. Поэтому давайте кратко рассмотрим милосердие Аллаха из некоторых аятов и хадисов. «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха». Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал, что это самый всеобъемлющий аят Аллаха во всем Коране. Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал, что это самый успокаивающий аят в Коране.
Аш-Шаукани сказал, что это самый обнадеживающий аят в Коране. Почему? Потому что он упоминает милость Аллаха. Он дает надежду. Кому он это говорит? Ангелам, которые не совершают ошибок, которые послушны Аллаху и которые непогрешимы. Нет. Он это говорит грешникам, и не просто грешникам, а грешникам с величайшими преступлениями. «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи полностью». В Сахихе Муслима и в Сахихе Аль-Бухари Абу Хурей рассказал, что когда Аллах создал творение, Он написал над своим троном: «Моя милость опережает мой гнев». В хадисе Бухари, переданном Умаром, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел женщину, ищущего своего сына, а сподвижники смотрели на эту сцену. Когда она наконец нашла его, она крепко обняла его и начала кормить грудью. Это была такая трогательная и эмоциональная сцена. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники были тронуты этой нежной любовью матери к своему ребенку. В этот момент пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воспользовался возможностью, чтобы научить сподвижников милости Аллаха. Они увидели милость женщины, и он захотел научить их милости Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Как вы думаете, такая мать причинит вред своему сыну? Как вы думаете, такая мать бросит своего сына в огонь?» Они сказали: «Нет». Они даже сказали: «Нет, валлахи». Они сказали: «Валлахи, ни в коем случае. Пока она жива, ни в коем случае». Он сказал, что Аллах более милостив к своим рабам, чем эта мать к своему ребенку. Некоторые произносили такое дуа: «О Аллах, Ты знаешь, что моя мать – самый милосердный ко мне человек на земле, и я знаю, что Ты более милостив ко мне, чем моя мать. Она не допустила бы, чтобы меня наказали или причинили вред. Поэтому, о Аллах, я прошу Тебя спасти меня от любого наказания». В Сахихе Муслима Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что милосердие состоит из 100 частей. В милосердии есть 100 частей. Он ниспослал на землю одну часть милосердия. Одна часть принадлежит джиннам, людям и насекомым, и именно благодаря этой части они любят друг друга. Именно благодаря этой милости, от единой милости, они проявляют доброту друг к другу. Именно из-за этой милости животные относятся к своим детенышам с любовью. Аллах приберег у себя 99 частей милости. Это хадис. Вы теперь понимаете значение имени Ар-Рахман, Ар-Рахим. Это приходит вам на ум, когда вы слышите про имена Ар-Рахман, Ар-Рахим. Следующее и последнее касаемо имен Ар-Рахман, Ар-Рахим. Как нам достичь милости Аллаха? Лучший способ обрести милость Аллаха, практический способ, это произнести «Астагфируллах» в качестве зикра. Посмотрите на стих из суры «Ан-Намль», сказал Салих своему народу. Почему вы не просите у Аллаха прощения? Быть может, вы будете помилованы. Просите прощения у Аллаха, чтобы вы могли получить милость Аллаха. Непрерывный зикр «Астагфируллах» приносит вам милость Ар-Рахмана, Ар-Рахима, милость Аллаха к творящим добро. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Когда Муса помог двум сестрам с водой, он подошел и сказал: «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне». Он проявил милосердие и сострадание, и это вернулось к нему. То есть, когда ты проявляешь милосердие к другим, то это второй способ добиться его. Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». В Сунане Абу Дауда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Будьте милосердны к людям на этой земле, и тот, кто над небесами, помилует вас. Будьте милосердны к другим на этой земле, проявляя сострадание и милосердие к своей жене, детям, ученикам, сотрудникам, тем, кем вы руководите, и даже к животным, как делал это Муса, то это вернется к вам». Это по хадису. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Анас служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, 10 лет, и он ни разу не сделал ему выговор.
Думаете, он никогда не совершал ошибок? Помните об этом при отношении к другим, чтобы обрести милость Аллаха. Стоит ли нам продолжать? Я думаю, на этом мы, пожалуй, остановимся. Следующий момент, о котором мы, инша Аллах, поговорим на следующей неделе, это первые слова автора, а именно «Знай, да помилует тебя Аллах». И как я уже сказал, это ускорит процесс. И со временем, по мере того, как вы будете это изучать, произойдет одна или две вещи, инша Аллах. Либо мы добавим еще один день в неделю, и это уже будет два дня в неделю, а затем продолжим ускорять процесс в течение недель и месяцев. Либо есть другой способ сделать это, а это начать с какой-нибудь другой исламской науки, с матери знаний, с мусталяка, с тафсира, с хадиса или фикха, с тех, что мы планировали изучить. Вот что мы сделаем. Спросим у вас и у тех братьев и сестер, что обучаются у нас по всему миру. Мы придем к какому-нибудь итогу. То есть, либо мы будем прогрессировать, и одного дня в неделю недостаточно, потому что нам нужно заканчивать, двигаться дальше и переходить к другим вещам. Так что, как только вы почувствуете вовлеченность в процесс изучения, мы увеличим количество занятий до двух, может быть, до трех раз в неделю. Либо мы можем делать это два раза в неделю и начать другие занятия, инша Аллаху Та'аля. Так или иначе, я выслушаю ваши предложения по этому поводу, и об этом стоит подумать. Поэтому, когда вас попросят высказать свое мнение, вы должны высказать его. А теперь, если у вас остались какие-либо вопросы, мы ответим на них, инша Аллах.